Итак, вот такая штука, переплет на заднице хвост пришитый. Спарки ZBrush 2021. Давайте нарисуем немножко уши. Так, N спарки выбираем. Приближаем. Ставим их симметрию, чтобы не париться потом. Ну, не делать отзеркаливание. И погнали рисовать. Так, смотрим. Толщина кисти. Вот таким вот образом рисуем волос. Так, вот так. Кисточку можно еще поменьше, как бы, чтобы она лучше рисовала. И вот так вот в накидочку, импровизируя. Где-то можно так вот чуть-чуть завихрение сделать. Так, вот такая штукенция. Так, вот здесь еще сбоку, конечно. Так, вот таким вот образом. Ну, вот что-то в таком духе получилось. Так, смотрим, что тут можно подправить. Так, вот так вот здесь мелкие добавляем. Вот так вот. В разные стороны. Во. Ну, что-то вот так вот. В принципе, нормально. Так, ну и что тут еще можно сделать? Это сделать... Рот я не буду ему открывать. А вот здесь вот сделаем вот такие штукенции, полоски, опять же, через Alt. Так, вот так как бы ставим. Кисточку сначала побольше сделаем. Альтом вот здесь вот побольше выберем. Вот так вот. Так, вот таким вот образом. Смотрим, что получилось. Так, вот эту часть шифтом выглаживаем. И альтом можно тоже поприбрать. И шифтом чуть-чуть выгладить. Тут же морда. Так. И альтом чуть-чуть побольше. Вот так вот прибрать. Ну, а теперь порисуем вот эти вот складки типа. Так, интенсивность побольше. Draw Size поменьше. Alt, левая кнопка мыши. Так, вот таким вот образом. Вот так где-то. Ну вот уже получше. Ну а теперь чуть-чуть кисточку побольше. И вот так вот. Так, Ctrl-Z. Интенсивность поменьше. И вот здесь вот чуть-чуть края так повыводим. Ну типа складки, что ли. Разрез возле кожи. Так вот. Так, кисточку побольше и немножко. Так, Ctrl-Z. Немножко все это смягчим, как бы. Потом Dynamesh сделается и будет все более четко. Потому что здесь сетка вот таким вот образом. Я ее под Dynamesh не переделывал. Потом сделаем. Так, что тут еще? Ну, в принципе, так-то и все. Можно добавить к ошейнику здесь какую-то петлю. В принципе, не обязательно. Я не помню, там не было на мультфильме. Вот, ну. Так, что тут еще можно сделать? Выбираем N ошейник. И ошейник надо немножко как бы подкорректировать, что ли. Так, ну так можно еще пошире поставить. Вот. Так, как он тут выглядит?
Ну, в принципе, ничего так. Ну, все нормально. Теперь переключаемся на белый цвет. Так, какой выбрать? Этот не очень. Вот этот пойдет. Ну, в принципе, уже прям из парки цвет подходит. Так, я текстурку немножко снял со спарки. Вот это. Чтобы цвет поймать его. Так, текстура вот эту включаем. Прибавляем ее интенсивность. Z убираем глаз. Так, и где мы там? На N, на спарки, на Z. Так, Ctrl-Z. Теперь переключаемся на покрасить. И вот так вот выбираем цвет так. Посветлее, наверное, выберем вот этот. О, подходит C. Начинаем все красить. Кисточку побольше. Так, вот таким вот образом. Тин-тин-тин-тин-тин. Чтобы спарки был весь покрашен. Так. Следом выбираем черный цвет. Уменьшаем кисточку. Так. Можно уши замаскировать сначала, чтобы как-то аккуратнее это все дело сразу покрасить. Ctrl-Alt очищает ненужное. Ctrl-I инвертирует маску. Ну и погнали. Уши красим. Вот так вот. Так, ну все нормально. Ctrl, левая кнопка мыши, снимаем маску. Теперь погнали красить все нитки. Так, это кто у нас? Это у нас вот здесь. Нитки. Вниз идут вот эти нитки. Так, и что тут еще? Так, тряпку пока не трогаем. Вот это все закрашиваем. Вот это тоже красим. Так, ошейник тоже черным. Что там еще получается? Вот эти клипсы на хвосту тоже черным.
Ну и в принципе все. Так, теперь нужно N найти с парки. Вот так вот. И вот эти вот швы. Вот эти все швы. Подвести черным. Делаем маленькую кисточку. Вот так вот. Так, тут потоньше. Так, 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 во. Так, вот этот хвост. Ctrl-I. Тоже черным. Так, теперь нарисуем брови нормально. Вот так вот Ctrl. И вот так вот их Ctrl-Alt. Немножко дооформим. Делаем Ctrl-I. И черным цветом все это дело закрашиваем. Так, теперь глаза находим, ставим белый цвет. Вот так вот. И рисуем зрачки черным. Так. Ctrl-Z. X. Английская симметрия. Так вот. Во. Теперь покрасим нос. Так, Ctrl-N, английская. Красим нос. C, английская, наводим на цвет, если где-то что-то вы зацепили. Вот так вот. И поправляем, подчищаем. Теперь C можно на черный цвет нажать. И вот так вот намалевать. Поменьше теперь кисточку. И подведем Alt, левая кнопка мыши поближе. Вот так вот.
Ну вот уже что-то. Давайте добавим теперь веки. Продублируем глаз, чтобы уже все не подставлять. Делаем дубликат. Покрасим его сразу в белый цвет. Зрачки вот эти уберем. Тинь-тинь-тинь. И поднимем кверху. Вот так. А теперь делаем Ctrl-Shift, левая кнопка мыши. Выбираем Ctrl-Shift. Выбираем вот эту вот курву, Trim Curve. И режем, именно смотрим, куда смотрит вот эта черная полоска. Где-то вот так вот. Во. Вот теперь точно спарки. Делаем Dynamesh. И веки, по-моему, черные. Вот так вот. Так, веки немножко надуем в деформации. Инфлат. Во. Ну вот, теперь бомбично. И немножко... Так, а еще что у нас тряпка вот эта осталась верхняя. Это нужно сейчас я в интернет зайду, скачаю какой-нибудь узор тряпки и сюда нарисуем. Итак, теперь опять же... Текстуры, импортируем сюда текстуру, материал горошек, текстура, так вот эту ставим, так, перекручиваем глазом, теперь вот этим уменьшаем, так где-то вот, и подгадываем именно по размеру, так. Пусть побольше будет, чтобы потом не перекрашивать. Так, еще побольше. Вот так. Можно прям побольше еще поставить. Находим теперь N этот материал. Вот он. Z отключаем глаз. Смотрим, рисуем. Shift Z. Ага. Ctrl Z. Добавляем ему, так, сначала Z удалим рисунок. Теперь делаем, смотрим, что тут в геометрии. Опять же делаем Dynamesh побольше. Shift Z. Z уменьшаем теперь вот этот рисунок. Z убираем глаз и рисуем вот этот вот весь натюрморт. Ну вот теперь то-то оно. Материал. Вот такой вот спарки. Так, чтобы уши дюжить у него не были такие черные, давайте ему немножко притяним. Уменьшим интенсивность и вот так как бы так N. Парки. Вот так вот. Так, хвост можно тоже, наверное, дорисовать. Давайте его дорисуем. Выбираем. Так, рисовать. Интенсивность побольше. Draw size поменьше. И вот так вот. Так, это Ctrl-Z большевато. И вот так кто-нибудь тут. Ладно, бросаем. Вот таким вот образом. Ну вот теперь верю.
Вот что-то в таком духе. О. Так, еще глаза надо сделать. Это убираем черный цвет. Так, вот как бы вот так его поставить. Ставим теперь маленькую кисточку. Интенсивность. Так, проверяем. Так, Ctrl-Z. Zat отключаем. Вот так теперь поставим. И вот таким вот образом. Вот так вот. Теперь чуть-чуть интенсивность побольше. И потихоньку вот так вот притеняем. Во. Ну тут еще можно сделать вот такую штуку. Уменьшаем кисточку побольше. Ставим серый цвет. Так, Ctrl-Z. И вот здесь вот нужно уже... Так, что-то вот Ctrl-Z, Ctrl-Z. Надо еще кисточку на единичку переводим поближе. Вот так вот раз. Неудобно, конечно, мышкой. Ну, так как-то. Так, вот такие получаются круги. И нужно их теперь немножко тоже притянить. Интенсивность ставим поменьше. Draw size побольше. И немножко как бы вот так. О! Так, вот здесь вот тоже побольше, наверное. И немножко брови, наверное, сделаем вот так вот. C. Ставим такой цвет. Побольше ставим вот этот Draw Size. Вот так как-то. А теперь ставим C вот этот цвет. Интенсивность поменьше. Draw Size побольше. И подкорректируем вот этот круг. О. Так, теперь еще можно здесь подтянить, где-то тени поднабросать, вот здесь над ушами чуть-чуть притянить, вот здесь вдоль вот этих всех швов тоже немножко выделить, вот здесь вот типа кисть. Здесь вот чуть-чуть лапы тоже притянить. Во.
Так, 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 так. Ну, попробуем еще. Move topology. Вот как-то вот так, наверное. А ну-ка. Ну вот уже у питбуля. Здесь морда чуть-чуть приподнятая. Уши. Так, уши, уши, уши. Чуть-чуть поменьше, большие не нужны. Так, чуть-чуть, если здесь уменьшить, что получится? Ну вот уже. Прям таки. И ничего так. Во! Вот теперь я точно питбуль. Так, или вот эту чуть-чуть на опустить. Вот так. А вот эту бровь чуть-чуть сюда вытянуть. Во! Вот так, наверное, будет лучше. Ну да. Так, вот такая вот покраска. Вот такой вот персонаж. Так, где-то можно что-то шифтом. Не знаю, как лапы здесь будут анимироваться. Может их отделить чуть-чуть. Ну, посмотрим.